Сотрудники Самарского департамента благоустройства вышли на покос. Вроде бы плановые работы, а приятно. Стрижкой газонов в городе сейчас занимаются 14 бригад. Траву приводят в норму. По стандартам это 5 сантиметров и не выше. И так, обещают ведомстве, будет все лето. За работой наблюдала Татьяна Пудова. Как только придорожные улицы превращаются в джунгли, Петр Александрович Герасимов спешит на помощь и говорит, не любит, когда некошенные газоны портят городской пейзаж. Кроме того, высокая трава вблизи проезжей части угрожает безопасности дорожного движения. И не только. Траву косим, убираем, в мешки складываем и вывозим, чтобы у людей не было аллергии. Приятно, что люди идут и спасибо даже говорят. В Самаре около 3 миллионов квадратных метров придорожных газонов под особым контролем Департамента благоустройства и экологии. Первый покос прошел в мае, работают специалисты. Они мониторят состояние земельных участков. На борьбу с сорной травой брошены 14 бригад рабочих, укомплектованных специальной техникой. Все делается в комплексе, не только косится газон. Одновременно собирается весь мусор, который под травой был обнаружен. В принципе, у нас есть обращение граждан, когда нам непосредственно звонят, либо диспетчерскую службу, непосредственно управление. Тогда уже мои специалисты выезжают на место, определяют, действительно это придорожный газон, и дают задание срочного покоса. Этим летом ожидается еще 6 больших покосов. Татьяна Пудова, Андрей Авдеев, Новости губернии.